Здравствуйте. В основу альбома «Казань-66. Место и время» вошли фотографии мастера прошлых лет Льва Попова, который шел и фотографировал улицы. Теперь это знаковые бренды города, составившие большой событийный ряд. Персоны, творческие открытия, находки и приобретения 66-го года прошлого столетия. Битломания уже была во всем мире. Уже в Москве давно записывали. Сначала на ребрах, а потом записаны магнитофонные ленты. А в Казани только в 66-м году появился длинноволосый парень по кличке Лена. И когда к нему приходили за этими пленочками, чтобы купить бобинку на Карла Маркса 35, и заходили во двор, старухи говорили: опоздали, Ленин уже ушел. В Казани есть кого и что вспомнить. Ровно 50 лет прошел концерт, первый концерт авторской песни. И не где-нибудь в актовом зале университета. Немножечко Ленина занавесили скульптурного, который стоял в актовом зале над подиумом. Ты сказал, что хочешь в этот раз погулять со мной. Тихой летней ночью, поздний час, в парке под луной. В эпоху прошлого окунулись и представители нового поколения, и те, кто пропустил через себя вехи развития России в 60-е годы. Это когда вся общественность настроилась на демократизацию общества. И люди начали понимать, что вот он, глоток свежего воздуха. Появилось такое понятие, как оно и сейчас существует, когда мы слышим «шестидесятники». Несмотря на четкие временные рамки, четвертой части экспозиции «История России в фотографиях» ее устроители настаивают на то, что продолжение следует. Мы работаем с различными архивами России, мы работаем с библиотеками, частными коллекционерами, как я уже говорила. И, в принципе, любой человек, которому это интересно, которому есть что показать, может точно так же загружать свои фотографии. Мы рассматриваем, нету каких-то определенных тем, которые мы рассматриваем. Фотолетопись времен восстановления России после Великой Отечественной войны и хрущевской оттепели может иметь и новые истории в работах уже современных авторов фотографий, тем более сейчас в этом нет проблем. Фотографии из частных коллекций и те, которые предоставляют родственники ушедших классиков отечественной фотографии. Продолжение следует. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир». 25 лет в эфире. С вами и для вас.